Итак, приготовили все наши овощи. Это баклажан, вот таким образом мы его почистили. Это кабачок большой, картошка, красный перец, зеленый перец, это помидор и чеснок, будет у нас соус. В общем, и масло, все. Все овощи режем такими кусками, вот такими, достаточно крупными. В принципе, можете резать, как вам больше нравится. Вот картошечка присоединилась, зеленый перец. Точно так же красный перец, даже серединки не достаем, видите, семечками. По-турецки это называется фырынг из артма, а по-русски, в общем, запеченные овощи в духовке. Полезно и практически здорово. Солим по вкусу. Также поливаем все маслом, либо оливковым, либо подсолнечным. И вот так вот руками перемешиваем все аккуратненько, чтобы все было в масле. И, естественно, чтобы соль перемешалась. И так вот раскладываем по всему противню. 185 градусов, где-то на 1 час. И для соуса берем вот такие большие 3 помидора. Ну, естественно, все зависит от того, какое количество у вас продуктов. Может быть больше, меньше, смотрите. И на крупной терке все натираем. И шкурку, естественно, выбрасываем. И точно так же на меленькой терке натираем чесночок. У нас тоже 3 зубчика, на таких крупных зубчиков. Если хотите, можете порезать мелко-мелко-мелко, но лучше на терке. Ставим на огонь, наливаем оливковое масло, ну, можно подсолнечное. Вот видите, сколько у нас получилось, где-то вот так ложек 10 столовых масла. Здесь у нас чесночок, вот так хорошо его перемешали. И сейчас же выливаем наши помидоры. Вот так будем готовить наш соус. Посолим по вкусу. Немножко, немножечко сахара. И вот так перемешали. Все, ждем, пока закипит. Накрываем крышкой. Вот он наш соус, уже практически готов. Когда испаряется вода, вот эта жидкость такая, все, выключаем. Немножко черного перца добавим по вкусу. Также сушеные мяты чуть-чуть совсем. И немножко кимьон. Все, соус готов. Осталось подождать наши овощи. И вот спустя час наши овощи готовы. Кстати, перец немножко поджарился, наверное, больше, чем надо, поэтому можно его к овощам добавлять немножко позже, где-то в середине приготовления. Но мы любим, когда он такой поджаристый, поэтому мы его сразу положили. Вот и все. Сейчас будем сервировать, то есть выкладывать красиво на тарелочку и поливать соусом. И вот он мой любимый соус. Ты мой любимый соус? Ты самый любимый соус на свете? Давай бутылочку. Да? Так, только не трогай, там горячо. Вот так выкладываем на блюдо и поливаем красиво соусом. Все готово. Надеюсь, что этот рецепт вам обязательно пригодится. И он понравился вам. Если же это так, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И приятного аппетита. Будьте счастливы.